Всем привет, братья, с вами снова Мистер Чейзер, вы смотрите мой ЖСП канал, и мы продолжаем проходить игрушку под названием Command & Conquer Red Alert 3. Сегодня отправляемся в славный город Сталинград. Ведь именно там советы хранят большинство своих памятников. Мы сегодня им докажем, что это ничто, кроме как груда обычного камня. Но перед тем, как смотреть данное видео, естественно, попрошу вас отключать ваши блокировщики рекламы по типу Adblock'а. Таким образом, вы еще сильнее поможете нашим завоеваниям. Также жмите на колокольчик, он будет оповещать вас о наших новых подвигах. Ну что ж, давайте продолжим. Погнали. Снова в Сталинград. Что-то как-то, вижу, в Америке любят этот город. Давай. Так кажется, они что знают? Компании. Они знают Москва, Сталинград, Ленинград. Все. Командир, ваша победа заставила русских дрожать от страха. Теперь... Мы наступаем дальше, на Сталинград. Там расположен памятник, символизирующий единство и силу русских. Разрушьте его! Тацу! Да, отец. Готовы ли к выброске наши бронедивизии? Да, отец. Мы ждем приказа. Хорошо. Они очень пригодятся нам при штурме памятника в Сталинграде. Памятник? Выводить наши бронедивизии только для этого? Мы должны следовать по пути нашей судьбы. Это неизбежность. Сломите боевой дух врага. Покажите им путь воина. Снова с памятниками. В этом городе стоит памятник, являющийся символом советских побед. Этот памятник – национальное достояние Советского Союза. О, родина-мать. Император считает, что уничтожив его, мы сломим их дух и покажем, насколько тщетны любые попытки к сопротивлению. Но помните, они будут защищать его до последнего вздоха. Ну, понятное дело, на то они и русские. Родина-мать, мне эта миссия не нравится. Я тебе говорю, надо было мне проходить с тобой только советскую компанию, остальное в одиночку. Ну, либо с кем-то, не знаю, найти кого-то еще. Ну, ты видишь, в остальном союзную компанию я нравлюсь. И дальше японцы будут прикольными. Это несколько миссий в Советском Союзе, а потом уже нормально. Ну да, так что тебе помешало переселить себя и пройти там, не знаю, за 20, грубо говоря, минут последнюю миссию? Тебе там даже памятники не надо никакие валить, а просто здание Черденко развалить и все. Последней миссией Альянса. Ну ладно, уже пусть будет так. Просто тут как-то пожестче, мне кажется, миссии дают. Отчет времени прекращен? Да, действительно жесткие. Ну да. Так я вообще не понимаю тогда, почему ты не хотел последнюю миссию Альянса проходить. Там вообще ничего такого нет. Просто крепость Черденко развалить и все. Потому что в последней миссии Альянса Советский Союз проиграл. А здесь как бы, ну, одна из проигранных. Ну как сказать, проиграл. Потом... Еще в апрайзинге мы увидим. В апрайзинге он не проиграл. А так, типа потом руководство победа. Было свергнуто. Миша все равно станет генсеком. Короче, я не знаю. Это памятник в конечном итоге. У них, кстати, какой-то прикол у американцев. Вот памятники, самое главное, что нужно порушить. Нанесите удар до того, как вас заметят. Получено новое задание. Короче, не знаю. А ты уже трансформировался? Да. А я тут отстреливаю пехоту. А, я хотел просто перелететь на берег и с берега валить их. А, ну, просто ладно. Тут эти, каких, дофига зенички. Ну да, я же хотел на берег роботами прилететь. И валить их с берега. Ну, значит, я отстреливаю с берега. А, тю, ты же их там всех убивал, ну ладно. А, тут деньги еще есть. Опа. 3000 на халяву. Так, а тут что? Советский памятник, опять. Короче, не знаю. Я бы все-таки допрошел бы уже последнюю миссию Альянса. Ну, это понятно, ты какой-то прошел бы. Ну, просто там ничего такого нет. Трансформируюсь, ухожу. Да, тут надо именно так. Трансформируемось. More than meet the eye, Transformers. Кстати, конечно, роботы очень универсальная вещь. Я когда-то угорал по Оптимусу Прайму. Хотя мне больше Десептиконы нравились. Мне этот нравился. Музыкант, который превращался в магнитофон. Угу. Помнишь такого? Как же его звали? Да я этих трансформеров особо-то и не смотрел. Да? Вот это ты даешь. Ну первую и вторую часть максимум.
Я в детстве по этим трансформерам фанател, у меня даже так, был... Так, куда ты, влево, вправо? На квейке, я вправо. Хорошо. Там, где твои сейчас стоят. Я понял. Раскладываемся. Так, ой, начнется основы вместо зданий. А как его могли, если же не было, ее-то построили... Император приказал уничтожить этот грандиознейший памятник. Сейчас скажет. Он является предметом гордости советского народа. Да, есть такое. Выполняйте приказ. А как могли построить этот памятник, если его построили после победы над этими немцами? Я тебе еще раз объясняю, это гребаная альтернативная реальность, вот и все. Ну, она хотя бы должна внутри себя быть логичной. Это альтернативная реальность. Ну как сказать, тут, видимо, победа во втором Редалерте сыграла роль. Какую победу во втором Редалерте? Тут же ну, ж вообще же как Советский бы... Союз, типа, мог победить. Не, они каждый раз, что второй Редалерт, что третий Редалерт, он начинался как бы заново. То есть ну, события да. прошлой части вообще ну, не Ну чтобы было с чего начинаться, потому что как-то, ну если одна сторона побеждает, то как-то, ну все, типа, конец. Ну на самом деле можно продолжать. Я, кстати... Думал над сюжетами, то есть создать можно такой мир. Можно легко, можно, чтобы те японцы изобрели машину времени. И чтобы все стало японское. При развитии. Так, а тут есть что захватывать? Да, я да. вижу деньги. Пошли построим одного из этих. Как они называются? Те, кто любят покемона, всякие такие, эти, ботаны. Японские. А, эти... Господи, из головы вылетело. Атаку, атаку, атаку. Вот это атака у меня. Атаку атакует. Есть такое. Побежал. Вот это классная у него способность. У инженера бегать. Полетел. У них, кстати, и пехотинец тоже бегает, когда меч достает. Да, так умалишенный просто. Так, минус один памятник. Угу. Тут даже никого нет. Церквушка есть. Вали церковь, где она там? Зачем? Нам ну, говорят, памятники уничтожать, а не церкви. А церковь разве не памятник? Это ж памятник культуры. Не, это просто культурное сооружение. Так, апгрейдируем свои бараки. А как ремонтироваться? А у них около танкового ремонта происходит. Ну да. О, понеслась. Так, оборона, давайте. На меня уже нападают потихоньку. Ну так. Так. Ты деньги не взял, я заберу тогда. Какие с помощью деньги? Атаку. Тут есть нефтедобывающая, видишь? Ну, я к ней бегу. А, хорошо. Строительство завершено. Нехватка энергии. О, мне энергии уже не хватает. Да, есть такое. Дорожен да, противник. У них, кстати, и у союзников с энергией реально... Сейчас я японцами залезу в здание. В церкви укрепимся. Ха! Нормально. Гребаные безбожники. Хотя нет, мы не безбожники, мы эти. У нас путь... как он господи называется? Буддизм, кажется. У них, кажется, буддизм. Ну, у них своя собственная религия, у них дофига богов. И буддизм это... Ну да, есть такое. Это эти, индусы. Буддизм это индусы. Ага, ясненько. Так, а поедем туда посмотрим. А, стоп, я ж могу есть самураев закинуть. Ой, этих самураев. Камикадзе, полетели. Неплохо вроде получилось. Забраться в СВ тоже. На эти, на пулеметы. Да, правильно. Надо их посносить. Мочи! Этих красных. Да, гребаные красные. Кому-то херовато победит. Так, ну роботы такие, конечно. Прикольные, мобильные. Очень так, удобно даже ими. Блин, единственное, что меня напрягает, это то, что у них надо именно... У них выезжает не домик, ну как бы не сразу ты строишь здание, а именно основа, а потом ты ее раскладываешь. С одной стороны, это клево, но с другой стороны, блин.
Оно классно, потому что оно дает мобильность большую. Ну да, есть такое. Мишка, что-то куда-то бежал. Да, чуть не прорвался даже. Так, давайте, побежали. Идет подготовка. Поехали сюда. Объект под огнем. Какие построим здесь? Так, я уже начинаю ударный отрядец собирать. Строительство завершено. Доступны новые построения. Еще не так бегают так вальяжно. Я пытаюсь пересечь мост незаконно границу. Так, роботы Тенгу и танки. Ну, танки я хочу. Танки клевые. Они у них тут и по воде ходят, им вообще насрать. Угу. Так, что у них тут? О, эти месторождения это на халяву. Стоимость? У меня денег не хватает, ничего себе. Да, у меня 7 тысяч, я даже не знаю, куда мне их девать. Так, что надо сделать? Ага, тут памятников кучка. И там денег до хрена. И в центре куча памятников. Я пошел, захватил одну эту. Опа. Хранилище. А где? До сих пор не построил, а что не строишь? Кого? Да я пытаюсь построить харвестер. Не знаю. Парни, закапываемся. Есть, сделал. Так, танков десяток мне давай. Давай, спрячься. Да, блин, ребята, уходим! Ладно, не успели, бывает. Так, что еще есть? Усиление воинов, да? Да, никак не, денег не хватает, не могу построить еще один харвестер. А у тебя нормально с деньгами? Да, 4000 есть. Это, правда, проблема в том, что на мою нефтяную вышку нападают. Ага, можно усилить воинов, прикольно. А, ну они как-то особо не хотят нападать на нефтяную вышку. А ну, это мне только на руку. Повышение боевого духа воинов увеличивает наносимый урон и снижает скорость перемещения. Ага. Приказ императора. Приказ императора, поехали, усиление дает. Они начинают сильнее бить. Так, мне нужно чуть-чуть тенгу построить. Реально, они количеством берут. Да, ну китайцев научились. Не количеством. Не качеством, а количеством. Хотя у них и качество нормально. Не, качество такое, нормально, да. У них АЭС плохого качества. Ах, эти японцы и радиация. Какая давняя история. Да, есть такое. Прям история любви. Так, что у нас там танчики выходят? Я тупо танковый раж сделаю. Хотя японцы и танки это не такое себе дело. Ну, давай. Попробуем. Посмотреть, что у них танчики в целом умеют. И танчики у них нормальные. Да, я хотя согласен. Не мое любимое. Мне больше вертолеты нравятся. Так. Давай тоже обогатитель куда-нибудь закинем. Какие-то мотоциклисты. Интересно. Ладно, там чуваки с мечами, я пойду. Ой, вертолеты поперли к нам. Ну, вроде я должен справиться. Мы тут. Они церковь свою же уничтожают, сумасшедшие! А, ну хотя, в принципе, еще сумасшедшие. В принципе, да. Они делают все правильно. А, у нас же нет по воздуху, кто стреляет, да ладно. Как это нету, есть. Ну, роботы только Тенгу. Да, трансформируй их и все. А у меня просто роботов нет. А, ты не построил? Хреново. Я тебе своих могу привести. Сейчас я снова хочу поставить там. Тебе надо? Долго. По да, поддержке. Да, 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 да. Все, летят мои, трансформировались и летят. А где? Кого валить? Да вертолеты гребаные. Я не вижу. Я вот твои танки. А, вниз. У меня там, блин, танк один остался и все. Они сейчас мою нефть будут валить. Все, спасаю нефть. Нефть, я тебя спасу, не переживай. Так, основа обогатителя. Поехали. Знаешь, как, кстати, нефть на самом деле выглядит? Как? World Сиренькая. Of Goo. World of Goo играл, вот помнишь вот эти шарики улыбаются? Ну да, да. Все, вот это настоящая нефть. Это ее под микроскопом увеличили. Ясно.
Трансформируемся. Тут куча денег. Ты видишь это? Да, да. Забирай. Смотри у моих памятников. Бери. Деньги. Ну, а чё они не берут деньги? Ездят и не берут деньги. Странные японцы. Очень странные. Совсем не как у капиталистов. Да, так, они пехоту-то ведь умеют? Да, вроде умеют. Блин! Мишка. Так, где мои роботы танго? У меня вообще не есть. Так, полетели, гребаный вертолет. Блин, у них уже во второй миссии уже вертолеты-каратель. Что за бред? Даже непонятно, нужны ли такие памятники? Они какие-то недоделанные. Ты видел? Не знаю. У них только верхняя часть сделана, а внизу какие-то глыба, три одинаковых памятника. Нет, такие нам не нравятся, мы новые построим. Алло! Странные, блин, роботы, их тут убивает гребаные ракетометчики, они стоят, втыкают им норм. Все, свою часть я уже уничтожил. Ага. Тенгу, не трожьте танк. Танк... Танк хороший. Не, у меня просто танки есть дофига, а Тенгу они против танка никакие. Так. Трансформируйтесь. На ремонт. На базу напали? Кто это напал? Ты, скотина? Получай по лицу. Так, давай строим, значит, еще оборонку. Ага. А, ты уже поставил там обогатитель, да? Да, да. Вот особо в этом смысла не вижу большого, потому что деньги у меня и так вроде есть. Но, почему бы нет? Я камикадзе бросил туда же, куда да, идти. Да, да, да. В целом нормальный план. Так, ну что? Двойка. Ага. Взлетаем. Ну, пулеметчики у них неплохо работают. Блять, нужно... Теперь тех, кто не взлетел, поднять вверх. Так, и противовоздушную надо хрень заделать. Отлично. Так, ну в целом, я уже потихоньку ударный отряд делать буду сейчас. У меня уже есть ударный отряд, лечу на вход. Отлично. А, ну да, я вижу. Ну, у тебя танки. Не сказал бы, что это прям ударный отряд, но... У меня танки есть. Сейчас прилетят. Ага. Это как раз вовремя. Там на базу твою нападают, если что. Ладно, я тут за... А, кто-то справится. Ну, ничего, нормально, я там танк еще подозвал. Так, кто это валит? А, Голиаф. Здравствуй, давненько не видел меня, да? Незаметно. Как это нехватка энергии? Ты о чем вообще? Какой энергии? Какая нехватка? Вот. Так, о, давайте усилим. Иди. Я тоже усиление кинул на твоих. Потому что мы тут только подъехали. Так, Тенгу заходим. Убить. Да, Тенгу кидай сразу. Чтоб вертолеты валили. Так, у тебя наземные, пусть у тебя будут наземные Тенгу. Да не, у меня лучше воздушная. Наземные у меня танки есть. Какие-то. Вот царь какой-то непонятный. Сейчас вынесем его. Так, поехали. Мотоциклист. Секунду. Памятник мотоциклисту какому-то. Мотоциклист? Да, тут есть памятник мотоциклисту. Прикольно. Прикольно. Побежал. Так, поехали. Еще памятник валим. Какие-то миссии такие быстрые, стремительные за них. Не понял. А чё? А, он когда пробежал, он потом отдыхает, ясно. Кто? Инженер? Этот инженер. Ну то логично вроде как. В этом есть даже какой-то смысл. Он же не умеет бегать бесконечно. Или он там под спидами какими-то. Наверное. Так, ну в принципе я добиваю их. Ну, точнее, тут памятники остались и все.
Можешь пока не особо добивать? Зачем? Базу оставь. Да нахрена? Все готово, как говорится. А, еще родину мать, да. Чуть не забыл. Вы напали на мой родной город и хотите осквернить величайший. О, прикольная память. Девушка. А с нами такой не было. Живыми вам не уйти. Ну, она типа как напарник, когда ты в одиночку играешь, она один из своих напарников. Жанна, по-моему. Да, да, да. Жанна. Жалко, не дар. Добра и желанна. Готово. Нет. Дополнительное задание выполнено. Дополнительное тоже выполнили. Почему нет? Готовы бросить в бой штурмовое звено. Оборона транспортов? Каких транспортов? А Тенгу трансформируется, убить вертолет. Какую оборону? Вы чё? А что нам надо сделать? Оборону поставить? Обеспечьте оборону транспортов. Каких транспортов? Идет строительство. Хорошо, сейчас будут... Будут, наверное, идти какие-то транспорты. Не знаю, ладно. Допустим. Идет строительство. Сейчас турелик наставим. Советы предпринимают массированное наступление. Надеюсь, ага. Отвоевать Сталинград. Давай. Где там? Обновление. Место рождения объединения. Так, я сейчас тут поставлю. Сталинград. Объект уничтожен. Что? Какой объект уничтожен? Ох, нихера себе! У меня, не знаю, все прикрыто. У меня апокалипсис приехал! Да, вижу апокалипсис. Печалька. Я буду пытаться его валить танками. Камикадзе сбросить? Я сбросил, ему там треть хп только снесло. Всего-то. На тебе танки, усиление, бросай, на твои три танка. Не надо, не надо, не надо. Да давай, у тебя три танка рядом стоит. Ладно, сейчас я сам сделаю. Бей их. Все, сделал. Готово. О, и мне какие три танка? А, ты в другом месте имел в виду? Ох, ё-моё. Да. Я даже не видел, что именно там это. На главную базу напали. Так, надо, короче, еще один военный завод делать. А тут дофига. Да, же, надо еще один военный завод делать. Нужно просто по КД штамповать. Там твои эти тенгу валят справа вверху. О, уходим, уходим, уходим. Так. Пожалуй, продадим вот этот обогатитель, мне тут все равно ничего не светит, я понял. Убить его! Что так, это? Военный завод еще один делаем. Усиление защиты за счет... А, понятно, это нельзя атаковать. Отступить тогда сюда. Так. Нет, не напад. Блин, у меня нет. А вот один тенгу есть. Так, у меня танки, я отправляю еще сюда. Я понял. Блин. Как бы да, сложненько. А сколько нам нельзя терять? Не знаю. Нужно транспортов 10, и всего транспортов 10. Ну, что-то как-то странно это выглядит. С одной стороны вообще никого нету, я понял. Сейчас, я потихоньку делаю. Так, где здесь вертолеты? Я добью вертолеты. Давай. Все. Потихоньку турельки ставлю и так далее. Ох, черт. Тут же больно. Ну, не сильно, но больно. Так. Так, приказ императора можно. Блин, там еще мамонт едет. Еще мамонт деньги закончились, едет. Бывает. Так. Где мамонт? Я его никак добить не могу. У него уже прокачка. Да-да, тут жесткий. Да, сейчас добью его камикадзами. Нет, не добил, прикинь. Сколько не хп? Добил. У меня там хп панты осталось. Сейчас, где? Я все добью сейчас. Успел? Да, добил. Деньги закончились теперь, прикольно. Есть, все. Поехали.
Так, ну вроде нормально. Я, конечно, не эксперт, но вроде все успели. Так, есть выполнено задание. Фух! Это все задания? Ваша победа прославила империю. Вроде, да. Мы сделали еще один шаг на нашем пути к мировому господству. А то что эти проклятые пошки всегда хотят миром править, а? А, я как раз только добрался до базы, чтобы ее захватить. Да нафиг она надо. Одесса, вау. Одесса, мама.